Валентине Анатольевне исполняется 65 лет, юбилей. И юбилей приюта. 20 лет, как она спасает животных. Она посвятила фактически всю свою сознательную жизнь спасению бездомных животных. В этом ей равных просто нет. И вот сегодня, 65 лет, я хочу, Валентина Анатольевна, пожелать вам здоровья, здоровья, здоровья. Сколько сил отнимает лечение, спасение животных. Это такой тяжелый труд. Но эти собаки, они такие благодарные, что когда они выздоравливают, они как бы возмещают эти силы все. Все это здоровье восполняется. Но все равно вам сил. Ну, терпения вам не занимать, конечно. Многих, многих лет счастливых жизней. И всей вашей семье. Друзья, как вы знаете, Валентина Анатольевна, она любит принимать подарки собачьим кормом. Сейчас актуален щенячий корм. Вот небольшой подарок от меня. Присоединяйтесь, дорогие мои. Щенков очень много, и их надо кормить только щенячьим кормом. Так, это у нас ребята. Ребятушки, это которые к нам под забор подкинули. Это ребята оттуда. Вот, нам очень нужен корм. Они вот едят последним, то, что сегодня Вика чуть-чуть, на один день, короче, корма у нас. Вот. И то, что Вика сегодня привезла, чуть-чуть осталось. Вот, вернее, на один день вот этим мелкашам, да, довольно крупный корм. А эти корма. Эй! Малыш, просыпайся. Соня за Соня. Ты Соня за Соня? Что? Дурака валяет. Все. Это витаминки. Все. Ну, пошуметь-то надо, малыш. Сделали ему. Что ты ему сделала? Показал. А, витаминки. Это которые из-под магазина рыба. Да. Малюсенькие они. Мальчик. Вот такой мальчик. Крошечный. Вот этот малышек. Успокоился после укольчиков и витаминки. Покушал немножко. Все нормально с малышом. Будет жить. Друзья, дорогие наши подписчики и вновь прибывшие, я приветствую вас на канале помощи бездомным животным. Все наши каналы на всех ресурсах называются «Лохматая душа». Это каналы помощи приюту для бездомных животных. У нас более 3000 животных, которые нуждаются в вашей помощи. Мы их спасаем нашими руками с вашей поддержкой. Пожалуйста, не проходите мимо. Значит, можно помочь по нашим реквизитам, которые расположены под роликом. Можно помочь привести корм в приют. Всегда кто-нибудь ответит, Лиля, Валентина, всегда мы подскажем, как проехать. Можно заказать корм на Озоне и отправить по адресу Гагарина 124, город Чехов. Передать Лиле код, по которому можно получить. Можно заказать в магазине «Лемур». Ссылка под роликом. И еще хочу обратиться к подписчикам с канала Дзен. Значит, с 1 августа новая система монетизации. Вы, наверное, уже все видели. Нужна будет ваша активность в плане просмотров. Я иногда открываю статистику. 2000 лайков и 400 просмотров. Как-то несоизмеримо получается.
пожалуйста, не ленитесь, найдите несколько минут. Это все в помощь бездомным животным. И подкрепляйте свой комментарий какой-нибудь посильной помощью.